Пепельницу дай. Что-то случилось, Макарушка? Случилось, Ксения. Партсобрание случилось. Нацепила крестик на Димку. Опять с моими родителями спелась. Макар, ты не волнуйся. А я не волнуюсь, Ксения, я злюсь. Я 5 лет коммунист. А меня как пацана на этом собрании замполит распекает. В эскадрилье пальцем тычу. И как только узнали, кому разболтала? Я не болтала. Ну, может, Димка на физкультуре крестиком засветился. Ну, чего страшного? Я не понял, ты что, в школе с крестом, что ли? Ну, а как же. Дмитрий, сын, ну-ка иди сюда. Сколько раз повторять, если папа зовет, значит бегом, понятно? Понятно. Не слышу. Так точно. Молодец, иди сюда. Вот это вот, чтоб забыл. Дай сюда. Были бы у меня родители, да еще такие. Дай тем, сынок. Опять без Макара? А где он? Капитан Зарубин улетел в очередную долгую командировку. Вот так вот. Понятно? Долгую командировку. Ну, пошли в дом. Чего мы тут стоим? Спасибо. Стоп, машина. Погоди. Что, Макар опять снял крестик? Петя. Что Петя? Папа сказал, не положено. Так. Ну что, будем ужинать? Да погоди, мать. Наш сын никак не может угомониться. Не хочет Макар знать Бога. С собой? Конечно. Давай. Тут я пока главный, я и командую. Димка, ты же не против крестика? Нет. Ну вот и молодец. А на охоту пойдем? Да хоть завтра. Нет, завтра не получится. Это почему же? Потому что завтра у нас в доме праздник. Какой праздник? Завтра нашему деду герою медаль вручать будут. Ого. Тоже у меня праздник. Ну, конечно, праздник. Что такое, да? Дима,
Тихо. Ты что, устал, парень? Нет, девушка. Да я вижу. Ну, потерпи. Скоро домой пойдем. Пару пташек для ровного счета. И хватит. Жарко-то как, а? Давай водить склоню. Присаживайся. На, дедушку, попей. Благодарствую. Знаешь что, давай сделаем так. Тут недалеко болотце есть. Угу. Я наведаюсь туда, посмотрю, что да как. А ты меня здесь подожди. Хорошо. Никуда не уходи. Не будешь бояться? Нет. Ну, смотри. Опаньки. Ты где его взял? Там, недалеко. Лежал и пищал. Деда? Не дрейф, это не для него. У меня для волчицы всегда пару патрончиков в запасе имеется. Ну, Димка, слава богу. Вовремя я к тебе пришел. А так бы волчица нам компанию составила. Я ведь, знаешь, 2 дня назад его батю прищучил. Угу. Едва сам жив остался. Крепкий был зверюга. Этот такой же будет. Ведь он еще и волчонок. Дай-ка посмотрю. Ух. Нет, брат, это не волчонок. Тут целая история. В конце войны, когда немцы отступали, угу, они своих служебных собак в лесах побросали. Злых, крепких, здоровых, на людей натасканных. Часть из них подохла, часть убили, а часть волками скрестилась. Папаша вот этого кутенка – потомок настоящих немецких псов. Это вон нашего теленка уволок, гад. И что же мы теперь его выпустим? По-хорошему бы надо. Но волчица могла логово сменить. Погибнет теперь. Ладно. Возьмем к себе на хутор. Возьмем. Пусть в будке работает. Так. Все, можем идти домой. Угу. Добыча у нас с тобой приличная.
пока. Хорошо. Ох, добытчики наши. Добытчики. Спасибо. Оп. Да, и это еще не все. Тима. Это еще что? Волчонок? Волчонок. Он же нам всех кур порежет. Бабушка, ну пожалуйста. Спасибо. Мы его перевоспитаем. С любовью. Тетя, говорила, всех кур порежет. Ну вот что теперь делать? Ну что делать? Суп свари. А Дуна я на цепь посажу, будь только с Димкой гулять. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Где наш герой? Чего приехали? Ну как чего? Награда должна найти своего хозяина за взятие Кёнигсберга. Вручать надо было, когда народ собирали. Пионеров, пенсионеров. Где уважение к ветеранам? Милая моя, ну вы же поймите нас. Столько сложных дел. Туда-сюда. Партия. Ну, ваш же хутор, это не центр вселенной. Ну, вы поймите нас. Ну, а где он? Куда он ушел? А он не хочет с вами разговаривать. Ну... Да. А вы иди, думали, сынок, что у нас тут собака какая-то? Давай. Нет, собаку мне покажи. Не иди, надо, сынок, так поступать. Ну, поймите, ну, жизнь такова. Давай, ну, мы и так стараемся. Здрасте. Здрасте. О, привет. Дима. Тетя Лен, ваш внучек пионер, наверное, уже. Внучек, иди, внучек, покажи мальчику песик. Идем. Сами, небось, в село к родственникам приехали. Сейчас узнаю. Что на такое не настроение? А сколько твоему Дону? Месяца 3. Но вообще-то он здоровенный. А вырастет еще больше. Потому что его прадед – боевой пес. Не наш, правда, немецкий. И ты не будешь его бояться? Пусть он хозяина боится. Я-то их дрессировать умею. А я... просто люблю собак. Петь, пойдем? Ну? Много чести. Никуда не пойду. Так все, хватит. Ну пошли. Хорошо, ну давай посерьезнее. Давай. Ну, оскорбили тебя. Так. Ну ты же так герой. Ну. Вот ты сделай для меня подарок. Медаль за взятие Кёнигсберга. Для тебя. Теперь мой муж с такой медалью на парад пойдет. Ладно. Для тебя сделаю. Хлопцы, идите-ка сюда. Дон, пока. Здрасте. Здрасте. Димка, сегодня ветерана Великой Отечественной войны дедушку Петю награждать будут. Петр Степанович, награда нашла своего героя. Поздравляю. Поздравляю. До свидания, нам пора ехать. До свидания. До свидания. Пойдем, Рома. Деда, а покажи медаль. Держи. Здорово, боец. Папа приехал!
Привет, привет. О, я смотрю, а ты выправку потерял военную? Никак нет, товарищ капитан. Выправка у парня что надо. Да? Ну ладно. Сколько я влез, столько и он. Ну. Мамочка. Заждались, привет. Привет, привет. Привет. Ну, привет, здорово. Подожди. Погоди, погоди, погоди. У меня ж для вас есть кофе. О, а? Вот за это спасибо. Да. Давай, Мирон. Ну, иди. Пошли в дом. Вот это я понял. Ромка, пока! Да, конечно. Шампанское? Пол-литра моя любимая. Куда я, сынок? Опа. Ну что, мать, помолимся мы? Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь. Отче наш. Ижи, Иси, на небе всех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, остави нам долги наши, как же мы оставляем должников наших. Ксюша, ты берешь? Димка, покушал? Да. Ну давай, беги, покорми Дона. Хорошо, дедушка. Держись. Бать, сколько можно? Дончик, привет! Привет, на, покушай. Покушай, пойдем покушать. Дон, назад! Назад, я сказал! Бать, понимаешь, жизнь должна быть реальная. Не эти ваши, аллилуйя эти. Не время голову морочить. Вот, вот не время. Реально говоришь? Реально. Не, а сами делайте, что хотите. Вот, вот креститесь там, перекрещивайтесь, нас не трогайте только, ладно? Задурили Димке голову своей вот этой вот. И теперь будет в школе. Сын мой, за дурачка, ты этого хочешь? Ты лучше вот что вспомни. Дети родители уважать должны. Ой, забыл. Да, это мать. Первое. Второе. Мы тебя с матерью от рахита отмолили. Ой. Потом в школе учиться вразумили. Потом в училище летное поступать. Благословили. Потом... Потом, потом, потом. Суп с котом. Бать, ну ты это, я... Ты извини, я ж не со зла, ну ты чё? Да пацан ты. Пацан. Давай выпьем. Пойдем на перекур. Пойдем. Дед. Пошли. Нет, девочка, нет, перестань. Все будет хорошо, слышишь?
здесь нам с Борей. Здравствуйте. 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 Вот это я понимаю. Вот это герой. Слушай, ну что мы здесь обнимались? Пошли в дом, пойдем. Что там такого наложилось? Ах ты мой цветочек, любимый маленький. На папу, на маму похож, да? Димка! Как ты вымахал-то, а? А что ему не вымахать? Меня в 14 лет тоже вверх потянуло, так что все в порядке. Бать, ты что за собаку воскрывили такой? Не ходите за сарай по одному. Там сущий бес живет. Только меня слушается. Откуда зверюга такая, отец? Да это тот самый дом. Это? Да. Только ему молния в бошку попала. Вот у него крыша и поехала. Ну что, сам, не надоело тебе еще по частям до гарнизона мотаться? Ну? Бать, ну это ж служба, что я сделал? Ух ты! Ничего себе, Дон вымахал! А что это не у Сашеньков, бать? Для профилактики. Имел моду отлучаться на дульки. Двух человек чуть до смерти не напугал. Да ты что? Да злой стал. Непредсказуемый. Даже меня не слушается. Сидеть, Дон! Я сказал сидеть! Тоже мне отпуск называется. Неделя какая-то. Бать, ну приказ, что я могу сделать? Новая командировка. Ну, жену что с собой тянешь с ребенком? Ничего, Петю в садик устроим. А Димка вон вам останется помогать. Смотри, какой здоровый вымахал. Так что нормально. Давай. Ладно. За все спасибо. Спасибо. Все. Пока-пока. Приезжайте к дедушке с бабушкой. Все, счастливо. А мы с тобой послезавтра в райцентр поедем. По магазинам. Сначала на почту, за пенсией. Еще купим деду материю для костюма на 40 лет победы. А потом в церковь, на вечернюю, на помазание. Угу. Говори. Все хорошо. Все. Слава Господи, святому воскресению Твоему. Слава Господи, святому воскресению Твоему. Слава Господи, святому воскресению Твоему. Тимка, привет. О, привет, Ромка. Ты попробуй свечку подпалить. Слава Господи, святому воскресению Твоему. Видишь, получилось. Слава Господи, знаешь, мой папа на задание улетел. И маму с Петькой с собой в городок забрал. Слава Господи,
Моего отца тоже недавно в командировку забрали. На 15 лет. У него плохое здоровье. Мама все время плачет. Боится, он уже не вернется. Димочка, ну что, поехали? Пока, Ромка. Пока, Димка. До свидания. До свидания. Купалинка, купалинка, темная ночка, темная ночка, одежда твоя, дочка. Твоя дочка, но у саду ружу, ружу, ой, ружу. Смотри, светлячки горят, как свечки в церкви. Что ты такое говоришь, Димочка? Какие еще светлячки горят? Да вон, в лесу. О, Боже. Мальчик мой родной, это же волки. Ну, пошла, Грэн. Пошла, пошла. Дядя! Дяденька! Все, все. Все прошло. Дед! Да бес в него, что ли, вселялся? Ромочка, не убегай, подожди меня. Thank you.
держит меня, гаденыш. Встретимся. Короче, ничего вчера у меня не выгорело. Да не гони, Толян, все еще обломится. Хочешь, завтра вместе пойдем? Что, все? О, ну-ка, сейчас. Чего не забыли? Че как, дамочки? Не хотите так ли к нам? Можно с вами поговорить? Что? Мама, что происходит? А, нормально, нормально. Что вы делаете, меня? Что-то, мама! Что-то, мама, что? Мама, что? Ставьте ее в пасту! Что, не понял, что ли? Таня! Шуги! Валим, валим! А ну, стоять! Скорую! Вызовите скорую! Дмитрий? Да? Возьми твою. Благословляй. Поверь, я тебя люблю, да-да-да, понятно. Алло. Привет, привет. Молодец, умница. Да, хорошо, я тебя люблю, давай. Буду поступать в семинарию. Димочка, да пожалуйста, да хоть на Луну ты поступай. Блин, а? Пожар на овощном рынке. Серьезно? Ну ладно, это тоже будет оплачено. Ну, по-моему, за такую ерунду неплохие деньги. Что за детский сад? Правильно. Правильно. Нужно расти. Нужно пространство. Поуютнее. Это и будет следующим заданием. Что-то смущает. Да вообще-то смущает. А вам что, ночью в темных очках лучше видно? Очки смущают. Хорошо. Смотри. Что это? Все в мои глаза смотрите. Какой впечатлительный. На сегодня все. Свобода. Ты как там? Нормально, идем. Подойди ко мне. Милая, если ты хочешь что-то посерьезнее, у меня будет для тебя персональное задание. Окей. Пушечное мясо. Веруй, Господи, исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришед и в мир грешное спасти, от них же первый есть мас. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся убо Тебе. Помилуй мя и прости мя прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением.
из подобия неосужденно причаститесь причистых твоих таинств во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Причащается раба Божья. Одним словом, возимся с нашей куколкой. Мычит себе что-то. Ну, кушать хорошо стало. И вот цветочками любит возиться. Угу. Обычно сидит тихонечко, молчит, дремлет. Угу. Но сегодня на службе постояла. Женщина, которая ее привезла, девочку Мариной называла. И говорит, что раньше при живых родителях она обычная была. Мариночка, иди сюда. Мариночка, нравится тебе в монастыре или в другом месте хочешь жить? В монастыре хочу жить. Меня Бог защищает. Чудо какое! Заговорила. Выхаживайте, девочка. Матушка, надо ей вдали от дома жить. Хорошо, хорошо, батюшка. А чем это пахнет? Я такой слепой, милочка, это что за намеки? Ты гонишь. А я. Прикиньте, вот завтра. Ну, да. Говорю, я-то норм. С тобой можно что-нибудь? Ну, что ты орёшь? Не, в следующий раз не попадайся. Хата ничего такая. Приличная. Отец, когда уходил, нам оставил. Ты что, мне варенье хавать притащил? Малиновое. Что? Хочешь серьезного общения, то да, шуруй. И? Мозги включай. Кайфа да тут. Дошло? Оттянись. Или я тебе не нравлюсь? Я последнее на такси отдал. Ясно, ладно. Возьмешь под мое честное слово, потом отдашь. Не переживай, кукушонок. Со мной многое узнаешь. А где маман, кстати? Не нагрянет? Она секонд-хенд и Китай по району развозит. Только послезавтра будет. Угу. А папаша бабки дает? Дает иногда. Маме. А ты что, не человек, что ли, а? Звони папику. Скажи, мать уехала, а тебе кушать надо. Подкинет бабок, погудим. Звони, звони, давай. Боже мой, не может быть. Алло, пап, привет. Да кто же это звонит? Неужели? Неужели сын родной об отце вспомнил? Я прям не верю. Здоров ли ты, мой хороший? Да, здоров. Сынок, давай только поскорее, а? Я немного занят. Слушай, тут такое дело. В общем, мама уехала. Продукты нужны. Вот я так и знал. Вот что начнется. Слушай, сынок, ты вроде в техникуме учишься. Учишься. Стипендию получаешь. Ну, если денег не хватает. Ну, только иди работай. Ты уже взрослый парень. Я в твои годы, извини, на стройке работал. По ночам вагоны разгружал. Так что это, давай не выдумывай. Ну, не то чтобы, конечно, по ночам разгружал, но... Господи, идите сюда! Ты мой хороший, иди сюда! Иди сюда! Чего ты такой? Чего ты такой? Тут все ясно. Жди здесь, сейчас приду. Давай, давай. Мир дому всему. О, отец. Привет. Привет. Благослови.
Что с тобой, Петь? А чего? Да Светку опять жизнь не устраивает. Папа, мама кашу ждет, а ну быстро неси. А сейчас, ну ты с дядей-то поздоровайся хотя бы. Здрасте, дядя Дима. Ну не так, ну скажи, батюшка, благослови. Батюшка, благослови. Дети. Мир дома всему. Здрасте. Видишь, брат, ты уже у Светки виноват. Петя, 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 Петя. Ну что, Петя, что толку-то? Толку тебе нет? А что не нравится-то, а? Нет, все нравится, все нравится. Веду себя плохо, да? Нет. Завожусь. Свет. Да? Свет. Да ты сам заводишься, когда дети плачут. На, держи. Сыны твои. Глеб да Борис, князья. А вы скажите, батюшка-монах, а вот как вы считаете, как нам тут вообще? Пятером в этой комнате. Хорошо живется? Ладно? Дурдом, а не семейка. Напрасно ты так, Светлана. Бог даст, ты жилье будет. Она уже родина с жильем подмогла. Аль, может, вы, батюшка, поп, нам сейчас наворожите? Все будет ладно. Да? Давай. Проводи меня, брат. Я чего зашел-то? Помнишь, полгода назад мама родную тетку обнаружила? Так вот, одна пожилая в трех комнатах живет. Поселит вас. Да, Димка, ты не в курсе. Светка ходила с мамой к ней на днях. Просились. Послала их старуха. Вот Светка и изверела. А ты помолись. Надень мундир, возьми Светку и вперед. Да. Не получится ничего. Так, борись за семью. Ладно. Но только я не Светку возьму. Тебя. Хорошо. Подстрахуешь. В понедельник. В этот понедельник? Да, в этот понедельник я свободен. Все. Кукушонок наш. Мать с отцом в разводе, она прописана в деревне. Хата ничего такая, приличная. У тебя неделя. Прописаться за неделю? Да. Ну окей, попробую. Не перечь. Извините. Я пропишусь. Да. Ты что, совсем больной? Из-за химии твоих баранов кукушонок мог за раз отлететь. Я на это не подписывалась. Ты че кипишишь, коза? Сам козел. Не фиг мычит. Твоя мать пришла. Капец, завтра, завтра. Верь вам потом мужикам. Не бойся. Это ты, мать? Доброе утро, сынок. Боялась тебя разбудить. А почему так грубо? Ой, ты не один? Да, не один. Здравствуйте. Кого хочу, того и привожу. В свой дом имею право. Или ты забыла, где ты прописан? Мне уже 19, мам. Владик, мы можем с тобой поговорить наедине? А нам не о чем с тобой разговаривать. И вообще, ты здесь лишний. Ты ж... В суд подам, выселю. Как ты с отцом, так и я. Мужик, мужик, возьмешь меня к себе жить? Я подумал. Спаси, Господи, братья и сестры, за совместную молитву. Батюшка,
благословите. Бог благословит? Вы не уделите мне несколько минут? Отец, может, и для меня время у вас найдется. Давайте после панихиды. Ну, за упокойного богослужения, хорошо? Да. Слушай, вас раба Божья. Елена, беда у меня, батюшка. Мой сын, он мальчик хороший, ну, взрослый уже мальчик. Попал в плохую компанию. Вчера вообще был неадекватный. Я его застала с девицей случайно. Он меня из дому выгнал. Раньше мы очень хорошо с ним жили, правда, очень хорошо. Скажите, а отец что себе думает? Отец? Иннокентий не живет с нами. Мы уже лет 5 как в разводе. Что мне делать, батюшка? А расскажите мне поподробнее о себе и о муже. Что рассказывать? Полюбили, поженились. Владька родился, ну, сын. Угу. Вот. Потом я опять забеременела. Аборт сделала. Иннокентий настоял, я не хотела, но сделала. После этого ссориться стали, в общем, жили как. Потом он мне изменил. Потом я ему изменила в отместку. В общем, разбежались. Сын со мной остался, и Иннокентий нам помогал, но помогает материально. А так, в общем, вычеркнул нас из жизни. Итак, Елена, ваш муж Иннокентий, а сын Владислав. Владислав. Что ж, молитесь за своих мужчин. О спасении Иннокентия молитесь. Помиритесь с мужем, спасете сына. Благословляю вас. Я за вас помолюсь. Пока достаточно. И все. Вот эта иконка Богородицы. Обдумайте нашу беседу. Пока все. С Богом. Спасибо, батюшка. Прошу вас. Батюшка, тут такое дело. Дочка моя померла. Сегодня? Нет, пару месяцев назад. Я только вчера узнал. С дачи вернулся. В смысле, я не понял, с дачи? Вот так. 15 лет раздельно жили. А. Меня соседи нашли. Хорошие люди. Угу. Помилуйте, батюшка. Может, на кладбище съездим? Ну и панихидку. Конечно, конечно, отслужу. Скажем, во вторник вам удобно будет? Во вторник? Да. Спасибо, батюшка. Во вторник. Во вторник. Тихо, это мама. Да я. Ну как ты? Пришел в себя? Подружка ушла? Как ее зовут? Елена. Господи. Елена. Где ты ее нашел?
Где надо, там и ношу. Влад, что с тобой происходит? Не лезь не в свое дело. Владик, это мое дело. Это твоя мама. Где мои кольца и серьги? Мне надо было. Это твоя квартплата, ясно? Влад! Влад, постой! Влад! Алло? Алло? Алло, Иннокентий, мне надо с тобой срочно поговорить. Поговорим. Странно. Привет. Ну и что такого срочного стряслось? Стряслось. С нашим сыном беда, Кеш. Что, опять? Почему опять? Похоже, он с наркоманами связался. Он вынес из дома все мои украшения. Я тут его в постели застала с девкой какой-то наглой. Он меня выгнал, представляешь? А дальше что будет? Ну, а как ты хотела, Лен? Ты воспитала. Хорошо, это все мое плохое воспитание, но... Кеш, если с Владом что-нибудь случится, виноваты будем мы оба. Ну, я не ругаться пришла. Я пришла за помощью. А как помочь, Лен? М? Денег, наверное, снова дать? Ну, при чем здесь деньги? Ой, это потому что всегда все одно и то же, понимаешь? Приходишь со своими проблемами, то репетиторов, то учится плохо, то девку какую-то придумала. Нормально, когда у парня в 19 лет девки, понимаешь? Нормально. Кеш, я очень тебя прошу, поговори, пожалуйста, с сыном. Ну, попытайся с ним сблизиться. Для Влада отец должен быть авторитетом, а не вот так. А, я понял. Ты знаешь, я наконец-то понял, зачем ты сегодня сюда приехала. То есть, значит, каждый месяц ребеночку денежки туда-сюда отслюнявить, это нормально. А как ты с ним общего языка не можешь найти, так я во всем виноват. Да, Лен? Почему ты позволяешь себе так со мной разговаривать? Да потому что, Лен, потому что. Потому что каждый раз один и тот же разговор. Все, слушай, давай, иди. Дверь там. Потому что надоело уже все, до чертей. Понятно. Спасибо.
Мне эту икону священник дал. До меня дошло. Даст Бог, до тебя дойдет. Совсем головой поехала. А духи все те же. Ничего не меняется. Ну что, сынок? Неужели правда? В черном балахоне, с бородой, не насмерть. Езжай. Светке, ты сказал, куда пошел? Чтобы она мне на дорожку полаяла. Ну-ну, не греши на мать своих детей. Да стрёмно, брат. Погоди. Пусть сначала докурит. Может, ты со мной? Нет-нет-нет, давай-ка ты лучше один. Вот докурила. С Богом. Секунду. Чего тебе? Дай свечек мой. Я по телефону разговариваю. Курить хочу, свечи дай. Иди на балкон, сам возьми. А? Куда, воду, блин? Это все, я сниму все. Да, Дусь. Перезвоню. Здравствуйте. Помощь нужна вам? Хрена себе. Выйди! Путается тут под ногами. Курить надо бросать. Вы в порядке? Послушайте, у меня таких родственничков. Только свистни. Чего вдруг я буду вас прописывать? На. А что это? Прошу. Все будет хорошо, не переживайте, пожалуйста. Вы куда, ребят? В район. Петя, доктор сказал, у тетки инсульт и перелом шейки бедра. Так что давай, может, твоя помощь понадобится. Я ее не знаю совсем. Иди, иди, иди.
Надежда Александровна. Здрасте, здрасте, это я. Все хорошо, спасибо, спасибо. Вашими молитвами, как у вас. Замечательно. Надежда Александровна, просьбочка маленькая у меня к вам. Недельки через две организуйте путевочку. На двоих. Да, с Владиком поедем. Ага. Куда? О, это хороший вопрос. А давайте на Мальдивы. Прям не будем развиваться по мелочам, да? Вот хорошо. Ну все, тогда буду ждать. Буду ждать. Всего, всего доброго, спасибо. Так. А. А вот сюда. Да. Все-таки, Николай, я никак не пойму, как это вы 15 лет и ничего о своей дочке не знали. Жизнь такая. Вот вышла замуж, и все. А были у нее женишки-то неплохие, симпатичные. Нет, Диана 19 лет за прапора повара выскочила. Помню последнего женишка ее. Ну, вот то, что не прапор. Я сам его выгнал. Добрый день. Я бы хотел Диану увидеть. А можно? Ну, уехала она. Замуж вышла и уехала. Как замуж? Ну так. Замуж. Жизнь такая. Что, военнослужащий? Ходить у меня старших по званию разучился? Я уж дембель, так что здрасте. Дорогая. Свадебный подарок. Шуба с лисьим воротником. Там распишемся. Квартиру дадут. Ну, как дальше было, мне соседи рассказали. Вспомнишь, вдрогнешь. Прапор, сволочь. Он сам ради квартиры женился. На гульках у начальства любимым поваром был. На службе квасил. Дома лупил Диану. Она и беременность не доносила. Мертвое дитя родила. Пока Диана в больнице лежала, выяснилось, что прапор свою кухарку обрыхатил. Вот пьяный муж той бабы в него и стрельнул. Из Макарова прямо в лоб. Диана, как выписали, квартирантов нашла, ну и на север подалась, работа. Недавно вернулась. А она сама с вами не пыталась связаться? Ну какое там пыталась? На себя не похожей стала, толстая, больная. А спилась-то как? Я сам из-за гепатита пить бросил. Знаю. Ну вот она. Доченька моя. Она все пропила. Соседи нашли Диану в открытой квартире. На кухне горел свет. Зашли. Хата вся в пустых бутылках. Закуска, корка хлеба. Диана на полу лежала, в руке удавка из проволоки. Пьянющая была такая, что даже до удавки не долезла. Записка корявая. Ну, попрощалась с нами и... Самоубийство, понимаете? Ну, в машине скорой помощи умерла. Мир
миром Господу помолимся. Господи, молодец. На обратное такси возьмите. Батюшка. Благословите, батюшка, грешную. Глухой или претендей какой-то. А что за... Собаки. А вы где? Ты кто? Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Речет Господи, весь заступник мой, и прибежище мое Бог мой еси, и уповая на Него. Нет, это слишком. Сегодня все серьезно. Яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богоматерь. Вот наш Агнец. Чего? Задел? Хороший, ну чё, обалдели, что ли? Тише. Як это сохранишь имя и покрыешь во веки веков. Аминь. Также помилуй, Господи, рабов Твоих, Николая, Иннокентия, Владислава, Елену. Упокой, Господи, души новоприставленных рабов Твоих, Анну и Дарью, простимся согрешения, вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное. Подписывай. Подпишешь без разговоров, мало крови пустим. Или до кишок дойдет. Во имя Отца и Сына, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Познакомься с новой хозяйкой твоего дома. Вы видите, что делает страх? Страх, он управляет миром. Люди думают, что это деньги. Они ошибаются. Мы всегда будем сильны. Что? Что?
Что ты там бормочешь? Ослабь. Давай, Кирюша. Давай, Кирюша, спаси, сохрани. Давай, Кирюша, спаси. Ты мразь! Сколько ты будешь меня мучить? Отпусти меня! Заткнись! Терпи за меня! Бога мне попроси. Я теперь буду жить как надо. Господи, пустая моя душа. Пошла. Вот. Ай, что вы делаете? Владик, сынок, сынок! Вы что такое? Убирайтесь отсюда, я сейчас вызову милицию! Ты глухая, что ли? Я тебе что тебе сказал? Пошла вон оттуда! Дрянь. Сейчас, 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 сыночка. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Алло. Алло, скорая? Токсическое отравление. Я не знаю, какого характера токсическое отравление. 19 лет, парень. Адрес записывайте. Слышь, ты что творишь, а? Завтра стрела, алло. Ему на халяву бодяга, тебе прописка. Отвяй! Чё? Отвали, я сказала! Алло, Лен, привет. Да, Кеш, я как раз тебе звонить хотела. Влад пропал. Нет, нет, нет. Владик в больнице. Что? О, боже, что с ним? Слушай, было плохо, сейчас гораздо лучше. Ничего страшного, скоро оклемается. В какой вы больнице? Я сейчас приеду. Нет, нет, Лен, завтра утром навестим его. И это, смотри, девка, которая к нему прилипла. Забудь о ней. Спасибо, Кеш. Слушай, я тут подумал. Владик, когда в себя придет, я поговорю с ним, и недельки через три на море мы тонемся.
тобой вместе. Со мной? Да. Я бы очень этого хотел. Если не против, конечно. Ты уверен? Да. Уверен. Лен. Я полный ноль в этой жизни. Помоги мне, пожалуйста. Надя. Алло, Петя, привет. Тетка пришла в себя? Не, погоди, погоди. Поздно. Да. Господи. А за мной-то чего не едешь? Причащу ее. Она сутки была в реанимации, в сознании, потом начала доставать главврача, какого-то нотариуса требовать. Ну, в общем, нашли нотариуса, и я не знаю, почему, но она нас все переписала, да? Ну, теперь наши тетушки, а мы со Светкой за спасение души молиться будем. Свете детям поклон передавай. Да, пока. Милая моя, милая, что такое? Что? Что такое? Что? Обидел тебя кто, а? Батюшка, с ней что-то не то сегодня. Сильно напугана. Мне что ночью приснилось. Нельзя туда. Нужно остаться. Не могу я остаться. Не могу. В епархию меня вызывают. Понимаешь? Нельзя туда. Надо ехать. Ехать надо. Ну, деточка. Вот. Вот и слово. Успокойся. Да воскреснет Бог, да расточатся врази его. Да бежат от лица его ненавидящие его, як исчезает дым, да исчезнут. На память. Дело. А мы не едем в епархию. Это я тебя вызвал. Я не понял. Не понял, объясню. Если захочешь, будет тебе епархия. Только другая. Наша. Новая. Узнал? Еще в твоем детстве могли бы объединиться. Ну да ладно. Я предлагаю тебе общее дело. Но, разумеется, при совместном. Обоюдном. Согласен.
В ад дорогу предлагаешь. Что за глупость? Фильмов насмотрелся? А вот приятель твой, Ромка, попался. Мама все время плачет. Ну что ты, разве не узнал его? А? Останови машину. Еще чего? Ух ты! Давай! Сильнее! Да успокойся ты! Хорош! Я даю тебе минуту. Если не перестанешь дурить, я перелезу в тебя раньше. Понял? Ничего у тебя не получится. Со мной Бог. На! Ну, как знаешь. Только время идет. Ладно. Давай поговорим. О пустыне. Ну, наконец-то. Давно бы так. Дима, ну ты прям как Пилат. Но? И что же, по-твоему, истина? Истина? Да никогда приткнешь о камень ногу твою, на аспида и Василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя уповая избавлю и покрыю, и яко познай имя мое, воззовет ко мне, услышу его, с ним есть скорби, изму его и прославлю его, долготою дни исполню его, явлю ему спасение мое.